Здравствуйте, вы на канале «Узнай Томск», меня зовут Сергей, и сегодня мы узнаем об основании Томска, почему гора именно Воскресенская, откуда взялся камень основания и как это вообще все дошло до наших дней. В 1603 году эту местность заселяли татары. Их князец отправился в Москву, чтобы попросить присоединиться к русскому царству. Борис Годунов принял прошение и издал указ построить пограничный город. В 1604 году здесь была построена Томская крепость, на территории которой находилась Воскресенская церковь, в честь которой и дали название горе. Вы думаете, что этой части Томской крепости 411 лет? Я вышел в интернет с таким вопросом. Еще 15 лет назад это место выглядело так. Крепость простояла всего 130 лет. Ее снесли от ненадобности. И лишь в 2004 году Томская крепость была частично реконструирована. Для того, чтобы сохранить в памяти место основания города Томска, был установлен камень-памятник. На нем закреплена небольшая табличка, на которой написано: «На этом самом месте в 1604 году был основан город Томск». Сейчас это здание – история музея Томска, но изначально в середине 19 века здесь располагалась Воскресенская частная полицейская управа. Башня была построена одновременно с созданием управы с целью наблюдения за пожарной обстановкой в городе. И была разобрана в 60-х годах 20 века из-за ликвидации дозорной службы. Но в 2004 году в честь 400-летия города была реконструирована. В 2006 году на смотровой был установлен памятник дозорному пожарному, которого жители города позже прозвали Афанасий. А на этом все. С вами был «Узнай Томск». Подписывайтесь, ставьте лайки и до следующего выпуска.